Андрей, вот скажи, ты на встречи выпускников ходишь? Ну, конечно, хожу. Ну вот, если бы у тебя была такая возможность позвать на эту сцену самых лучших закадычных друзей, вот кого бы ты позвал? А, ну Серегу позвал бы точно, Колю позвал бы, Лесю позвал. Леська вообще огонь, слушай. А вот знаешь, у наших следующих маленьких участниц самые лучшие друзья – это собаки. Маленькие принцессы цирка, юные дрессировщицы, девочки, которые умеют разговаривать с любыми животными. Сестры Гловацкие, встречайте! Ну, давайте со всеми знакомиться. Я Андрей, а вы кто? Я София. София. Цезева, я Влада. А Влада. А вот как зверей зовут? У них есть имена? Да. Давайте, вот это в красной... Голден. Голден, да. Так, золотой голден в штанах. Це Орбит. Украсть не сукни Орбит, чудово. А вот это нервная? Ники. Ники. Ники, Орбит и Голден, привет! 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 Ай! Ай, они накормленные? Да, девчонки? А что вот эти ваши Ники, Голден и Орбит, они умеют делать? На резинке умеют прыгать. Так. Умеют с горки кататься. Ники на скейте. Играть на пианино. Играть на пианино умеют. Голден. Девчонки, давайте так. Я их забираю с собой, а вы пока с Андреем Данилевичем расскажете о нелегкой жизни цирковых артистов. Договорились? Угу. Все, вперед! Вы знаете, я впервые за время нашей программы переживаю за своего друга Андрея Даманского, как он там справится с вашими четвероногими друзьями. Не знаю, нелегко, наверное, с ними? Ну, как, бывает, они не слухаются, но да. Вкусняшки все решают. Окрім песиків, у вас еще есть інші тварини? С кем вы еще выходите на сцену? Еще есть верблюд. Верблюд? Угу. Справжній верблюд? Угу. Це все в вашому господарстві? А який верблюд? Покажи. Великий чи маленький? Ось такий, здається, да? Великий. Ось такий от. Ось такий? Да. Вищий за тебе чи ні? Да. А ти не боїшся верблюда? Ні. Крім верблюдів, в нас є яки і шотландські корови. Дві. А вони молоко дають? Ні. Не дають молоко. Послухайте, стільки собак, яки, корови, верблюд. Верблюди. Верблюди. Шість. Шість верблюдів. Ми з Владою по черзі робимо стойку на спині верблюда. Він же сам, ну, мінімум там 2 метри заввишки, напевно, з горбом. Да? І ще ви на руках там стоїте? Да. Я взагалі цього не уявляю. Це правда, що вас, ваша родина має такі давні традиції циркові? Так, насправді, це вже, дівчата, це вже третє покоління циркової династії Гловацьких, якби, в цирку. А при цьому ще потрібно навчатися. Як з успішністю у школі? Ми перевелись на індивідуальне навчання. Ми навчаємось вдома і складаємо іспити і контрольні в школах. Так, девчонки, нам всем не терпится и всей нашей многомиллионной аудитории посмотреть, как вы выступаете на сцене. Вы помните, Андрей Даманский увел ваших собачек за кулисы. Интересно, с кем он там смог подружиться? Давайте сейчас узнаем. Андрей, мы тебя ждем. Давай, поприветствуем Андрея. Друзья, погромче поаплодируем Табулу. Табул, ты можешь не аплодировать. Судя по тому, что я слышу от Табула, он зовет сюда Владу. Владочка, иди сюда. Владочка, слушай, ну вот я, когда в первый раз его увидел, мне стало страшно. Да.
А тебе не страшно, когда ты залезаешь на такое двугорбое чудище? Извини, это я не про тебя. И он начинает под тобой вот свои вот эти вот танцевальные па исполнять. Кто его знает? А вдруг он пойдет в галоп, унесется куда-нибудь, ускачет, сбросит тебя с себя. Пару раз было, что он дуже, ну, так довольно быстро бег, и что иначе вкрутитись. А я как раз на нем сидела. И что сталося? Ничего, я крепко трималась, и ничего не сталось. Тихо, тихо, тихо. Значит, сейчас я постараюсь тебе вместе с папой проассистировать, а ты покажешь нашим зрителям свое коронное выступление на верблюде Табуле. Да. Договорились? Да. Аплодисменты громкие настоящим артистам. Ну что, дорогой Табул, ты готов? Он говорит «да». Ты готова? Да. Поехали. Табул, Табул, соберись. Ты цирковой артист. Сейчас мы с тобой одной крови, ты и я. Внимание. Так. Ай, умничка какая! Ай, молодец! Громче можно поаплодировать! Ох ты! Класс! Здорово! Владочка, вот эти аплодисменты тебе, а вот эти аплодисменты для Табула. Соня, Ева, бегите ко мне сюда скорее. Бегите. Соня, Влада и Ева Гловацкие через пару мгновений на этой сцене со своим коронным номером. Yo soy tu gominola, pasito gomi, 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 gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, pasito gomi, gomi, dulce, gomi, gominola. Oleo, gomi, 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 gominola. Gomi, 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 gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, pasito gomi, 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 gominola. Yo soy tu gominola. Вот передвинула, как ей надо, да, по фэншую собачьему. Скейт с рулем. Владе и Еве мы хотим вручить наши медали. Медали круче всех. Медали в студию.
И хотим вручить вам подарки, девчонки. Вам троим. Это ваше.